Ребята, если вам нравится Pixelmon, то не забываем поставить лайк. Если вы не знали, но лайки дают большую мотивацию для записи еще одной новой серии. Плюс к тому, вы сможете попасть в музей подписчиков не только если будете активно оставлять комментарии под видео, но также если будете активно ставить лайки под каждым новым видео. Еще один большой плюс то, что если серия, которая вышла утром, набирает 500 лайков, то еще одна новая серия, то есть получается две серии за один день, выйдет чуть-чуть позже, а точнее вечером. Поэтому выход новой серии зависит полностью от вас. Я надеюсь, вы меня поняли и надеюсь, что вы запилите очень большой палец вверх за новую серию, за то, чтобы попасть в музей подписчиков и за то, чтобы еще одна новая серия вышла сегодня. Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon в нашем 5-м по счету сезоне, и добро пожаловать в 20-ю, что ли, серию, я уже, если честно, не помню, какая это серия. Так, я не знаю, нужно ли нам собирать априконы в данный момент, нужны ли они нам. Бум-бум-бум. Так, ладно, ща, давайте тогда мы разберемся сначала. Что, ребята, мы в этой серии будем делать? Да твою ж, я, если честно, не знаю. Я хотел бы уже какого-то легендарного, но это не от меня зависит. То есть, если вы, например, мне пишете, Эдисон, пойди там слови легендарного покемона, то это, если честно, не от меня зависит, и не я выбираю, идти ловить или не идти ловить. Если он заспавнится, я его словлю. Если нет, то нет. И по-другому, в принципе, никак не может быть. Так. Нужно вот дом доделать, то есть я хочу где-то тут картины повесить, например, фиг его знает где, ну где-то вот тут. Воду вот сюда заполнить, то есть баню, или что это. А, потому что, знаете, вроде дом-то сделали, но как-то пустенько тут, что ли. В принципе, я, если честно, больше не знаю, что делать. Точно, все, я знаю, что нам делать. Нам нужна фотил-машиночка. Потому что, дайте-ка я вспомню, где у нас так, а где он у нас? А, да тут еще ни хрена себе вещей есть, которые нужно поскладывать в сундуки. Где у нас? Вот он, вот фосил покемон. Так, ладно, давайте это сначала вот это сюда выложим. Приконы вот сюда. Вот так, замечательно. Темочку сюда. Хлам. Еще можно вот это выложить. Это можно выложить. И где у нас? Вот это можно выложить. Сюда. Ой, нет, это не сюда. А вот сюда. Я не знаю, ставить ли вот это сюда. Ну, фиг его знает. Опа, ребята, а если мы сейчас будем идти на охоту, то нам нужно сделать, если честно, ультраболы, левелболы, даскболы. Потому что, в принципе, уже нужно ловить кучу покемонов, точнее, всех покемонов, можно сказать, подряд. И тем самым у нас просто-напросто не хватает болов. То есть их вообще нету, если честно. Так, это есть... Ну, это тоже можно выбрать, вот это все. Так... еще вот это сюда. И вот это сюда. Что тут еще можно? Вот это можно. И чилочку вот сюда можно. И камень эволюции вот сюда можно, да? Да. И еще одну лечилку вот сюда можно. Все, замечательно. Мы уже можем... Вот там куча боссов. Я бы, не знаю, пошел бы поубивал, но сейчас не очень хочется. Но вот тут давайте вот этого Magikarp. А, Диглет, не. Фу, так. Перед тем, как в этой серии мы постараемся хотя бы... Хотя как мы... Нет, мы не... Твою ж. Я как раз вот сейчас думаю. Ребята. Чтобы сделать фосил машины, нам же нужен обсидиан. А чтобы добыть обсидиан, нужна же алмазная кирка. Чтобы сделать алмазную кирку, нужны алмазы. Алмазов у нас нет, потому что мы даже толком в шахты-то не ходили. Потому что есть такие люди, которые пишут, не хочу я в шахту, не нужно в шахту. Я не хочу, давай иди сади в шахту, а давай лови дальше покемонов. Но они не понимают, что, в принципе, ходить в шахту... Делать ультраболы и что еще там делаю. И строить дом. О, шайни. Вулторб. Ну, как мы его нафиг словим, ребята? Мунбол, ультрабол. Если, в принципе, нам повезет, что мы его словим с одного ультрабола. И то не факт.
Поэтому, ребята, чтобы нам сделать фосила, нам нужно сначала в шахту пойти. Да. Но я еще раз, ребят, повторяюсь, шахта это же часть игры, то есть без шахты ты никак не сможешь сделать что-то. Вот сейчас мы, да нет, ребят, мы его не словим, то есть мунтбол, зачем мунтболом, да, ну ладно, пофиг. То есть, чтобы нам сделать фосил покемона, нам нужна алмазная кирка, чтобы добыть себе обсидиан, но как мы его нафиг добудем? Ладно, не словили, так не словили. То есть, смотрите, у нас даже нету. А, вот этих, как его. Булов нужно себе, если честно, сейчас пойти и сделать. Так. Гратл, я тебя уже хочу докачать. Так. Нормально. Ну, опа. А, Зуру эволюционирует. То есть, на каком она эволюционирует? На 30-м вроде, да? То есть, смотрите, на 30-м мы ее уже, в принципе, можем уже выкладывать. Но давайте ее уже сейчас Зоруарка прокачаем до... Я там умираю? Твою мать! Твою мать! Эволюционируй! Я сейчас с ума сойду. Вот это самая лучшая смерть, которая, в принципе, только может быть. Умереть в воде в то время, когда у тебя эволюционирует покемон. И твою мать, именно нужно было тогда эволюционировать, когда я был в воде. Ну что ж, самый прикол, Зуруа не эволюционировала. Твою мать, Зуруа, то есть ты начала эволюционировать в воде. Я из-за этого умер. И плюс к тому, ты каким-то хренацким багом еще и не эволюционировала. Ух, класс. Вы такое видели, ребята? Я, если честно, нет. Я первый раз такое вижу. Так, отлично. Сейчас еще раз сдохнем. Будет вообще классно. Сейчас еще вот это все поднять нужно. Так, тут топорчик нужно... Опа. Так, сейчас, секундочку. Давайте дальше. Офигеть, такого я еще не видел, если честно. То есть мы еще и умерли, и она еще почему-то не эволюционировала. Хрен его знает почему. Я надеюсь, я все взял. То есть самое главное... Ну, бэкпак есть. Все, можно валить отсюда. А почему она не эволюционировала, мне вообще интересно, если честно. То есть, она же эволюционировала, то есть я за этого и умер, что она эволюционировала нафиг в воде. Но каким-то чудесным образом. Баттерфри. Ну давайте полетим. Ну смотрите, так, ща. Давайте, чтобы не затягивать, сейчас, секундочку. Давайте быстренько убьем Мэджикарпа, быстренько убьем Баттерфри и все. Идем нафиг домой делать себе... Я опять в воду упал. Я сейчас опять умру. Мне так кажется. А, нет, все, я нормально, я стою нормально. То есть, голова не покрыта водой. Точно опять кто-то надумает эволюционировать и... Так. Ну, Баттерфри пропала, поэтому можно идти домой. Так, ребята. Я хочу себе сделать фосил покемона. Кто хочет фосил покемона, хренакте лайк. Хреначьте лайк, потому что я уже его, если честно, хочу. Я не знаю, кто там, я не смотрю, кто там такой по форме вот этого фосила. Но все же, я его хочу, а для того, чтобы его сделать, нам нужен обсидиан. А у нас даже тех же 3 алмазов нет, потому что мы в шахте были из 20 или сколько там, 15, 20, ну, с серии там максимум минут 30, и то меньше. Так, ладно. Перед тем, как пойти в шахту. Потому что это нужно, ребята. Действительно нужно. Я, может, там вырежу какие-то моменты, чтобы просто не сидеть в шахте целыми днями. Но все же. Вот так, вот так. Замечательно. Ну, да, давайте вот так. И еще... Ух, тут вообще стак получится. Класс. Ох. Потопали. Это будет долго. Но... Нужно, ребята. Это действительно нужно.
И плюс к тому, если у нас сейчас еще поломается молот, то он поломается даже до того, как мы закончим делать левел-боллы. Поэтому и так нужно в шахту идти, найти какие-то алмазики. Так, ну я себе сделал по 20 штук, только вот что я сейчас вспомнил. Там же еще куча кнопок нужно, прикиньте. Хотя нет, мне кажется, есть у нас все-таки булыжник. Есть. Ой. Так, ну я по 20 штук сделал, только потому что у нас уже практически сломался наш алмазный молоток. Так, давайте еще вот это поставим. А вы знаете, что... А, так, точно, точно, точно. Тогда 1, 2, 3, 20, да? Ну, пока что вот так. И кончилось уже железо, класс. Так, ну давайте хотя бы, знаете, сделаем себе по 20 штук. То есть 20 ультра и 20 левел боллов. Если мы это сделаем в этой серии, в принципе, наверное, мы и сделаем. Ой, и это будет очень классно, потому что 20 левел боллов и ультра боллов как раз нормально. Ну что, тут еще чуть-чуть осталось, давайте уже доделаем. Пока не сломается наш молоточек, это уже, ну, в принципе, хана уже ему, поэтому нужно сейчас охотиться на паке боссов. Ну, в принципе, на боссов, потому что с них выпадают как раз вот эти молоточки, если нам выпадет алмазный, то это будет вообще круто. А чтобы скрафтить алмазный молоток, нужно 5 алмазов, которые, ну, нам сейчас хотя бы кирку нужно скрафтить, а потом уже алмазы. О, алмазный молоток. Хотя, я даже не знаю, нужно ли его крафтить, потому что, знаете, он очень быстро ломается. Прям очень-очень-очень. Поэтому не знаю. Ну, давайте уже доломаем его. Почти. Он, ребята, он уже сейчас ломается. Даже до конца... Во, да, класс. Посередине сломался. Железным очень долго, давайте даже проэкспериментируем. Ну, хотя не так уж и долго. То есть... В пару раз дольше, но все же. Так, ладно. 20 штук только. Ну, в принципе, можно было поставить в 2, ну да ладно. Опа. 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 Ребята, 20 ультраболов. Класс. Так, сейчас это и вот это, вот это. Быстренько мы летим в музей для того, чтобы добавить несколько новых людей. Так, быстренько я сейчас открою документик и посмотрю. Тек. Ой, не то. Ща. Фу. Так, там нужно поменять у кого-то имена. Лимон Крафт Никита Логинов. И еще у Тиджея. Тиджей просил поменять на Ануар Балмашев. Это я правильно? Вроде правильно. Так. Ануар Балмашев. Так. Вроде так. Так, тут еще ошибочка, да? Так. И вот тут еще, да? Извиняюсь, ребят, просто я еще проверяю. The Lemon Craft Никита Логинов, да? Так. На Пикачу Никита Логинов. Вот так. И кто еще? The Powerful Dan Данил Че... The Incredible Jeff. И кто еще? Нет, это не тот. Ща, ребята, мы посмотрим. Быстренько. Нет. А чё, на Мэджикарпе никого нету? Бред. Чувак, я не знаю, где ты. Данил Чернышов, я походу лет... Да, я тебя уже давным-давно поменял. Так, ладно. Дальше. На Мэджикарпе никого нету. Офигеть, я даже не знал. Так, сейчас. Сюда давайте добавим, ну, допустим, Данил Карлаш. Данил... Карлаш. Класс. И все, больше у нас, если честно, никого нет. Я думал, что мы сейчас многие... Знаете, что я сделаю, ребята? Это бред, потому что вас много, и все хотят попасть в музей. Я это прекрасно понимаю, я пытаюсь всех добавить, но, знаете, есть такие нетерпеливые, которые, в принципе, даже уже доходят до того, что они обзываются. То есть, знаете, Эдисон, я комментирую, а ты меня никак не хочешь добавлять в музей. И поэтому... Нахрена
Тут будет простаиваться Лапрас. То есть, один есть, но тут пустое место. Почему бы не добавить? Я думаю, все согласны. Это классная затейка. Никита Евдокимов. Я тебя не добавил? Я не знаю. Напиши, пожалуйста, в комментариях, нету ли тебя вот тут. Потому что я тебе уже давно записал в блокнот, но я не помню. Фиг его знает, ладно. Кого бы еще? Ну, давайте, допустим... Diamond Lime, допустим. Я всех попытаюсь добавить. Diamond Lime. Вот так. Дальше. Ай, взбираемся. Также Иви. Тут у нас будут обычные Иви. То есть... Потому что есть еще куча других, да? Но мы сейчас... Ой, да твою ж. Вот так. И тут еще одно Иви. Тут будут, короче, только Иви вот тут. Так, вот так. Быстренько, кого? Кого? Давайте супер летсплейщик. Чувак, я не знаю, как бы тебя назвать, ну пускай будет. Летсплейщик. Если имеешь желание, напиши в комментариях, как тебя записать. Потому что вот такое имя, согласись, не очень посреди музея, где покемоны имеют, в принципе, нормальные имена. У тебя даже не вот это, не кличка или там... Псевдоним, а просто не знаю. Ну да ладно, как хочешь, то есть я записал, но просто мне кажется, что не очень смотрится. Ну и давайте Страйкер Лосл. Так уж и быть, а то он уже там материться начал. Так, хотя, в принципе, он тоже не мог понять, что он уже давным-давно находится. Ну как давным-давно? Не давным-давно, в принципе, находится в блокноте, но. Никак не мог дождаться. Ладно. В принципе, я и так бы его добавил, но. Те, кто будут материться, я, ребята, специально не буду добавлять, потому что нужно ждать. Да давайте тогда и тут уже, чё? Magikarp. Тут, где пустуют вот эти, почему бы не добавить? То есть, не лишнее, а дополнительное место, где может попасть любой человек. Ох, Тиджей, а почему Тиджей? М. Вот эти звуки твою... Ну ладно, короче. И давайте тут добавим тогда ещё... Аксмайн. Вот так. Все. Ребята, давайте на этом закончим. Ну, в смысле, еще пока не закончим. Закончим с этим. Ставить сюда подписчиков. То есть, я говорю еще раз всем спасибо тем, кто попал в музей. Потому что если вы сюда попали, значит, вы более-менее, ну, или более-менее, или активно комментируете. Еще раз говорю всем тем, кто уже возмущается, кто уже говорит, что у него нету терпения, что он уже давным-давно хочет попасть в музей, но никак не может. То есть он много комментирует, но никак не может попасть в музей. Еще раз повторюсь и последний раз повторюсь, потому что я уже запарился вот это говорить. Если вы активно комментируете, вы это сами знаете, потому что есть такие люди, знаете, которые только зашли, оставили весь комментарий. Я же могу смотреть, кто сколько, где и как комментировал. Зашли, оставили один комментарий, знаете, какой комментарий оставили? Мол, Эдисон, я уже написал 50 сообщений, а ты меня еще не добавишь в музей. А я пошел, проверил, сколько он в общем сообщений написал. Написал первое сообщение, и уже чуть ли на меня не матерится, потому что я его не добавляю в музей. А на самом деле он просто хотел схитрить, да? И поэтому, ребята, если вы активно комментируете, вы это должны знать. Потому что если вы оставили там... больше, чем 15-20 комментариев, тогда вы уже можете знать, что вы уже 100% находитесь в музее. Но все, что вам нужно, это просто подождать. Потому что, как видите, в блокноте у меня куча людей, а у нас сейчас не куча покемонов, чтобы добавить ту кучу людей на наших, в принципе, покемонов, да? Поэтому, ребята, ждите, просто ждите. И дальше продолжайте, точнее, комментировать. А если так, как... Если вы будете так, как множество людей, да? То есть, если... Я их не добавляю в музей, но они уже могут быть записаны в блокноте, или, например, не могут, или еще недостаточно накомментировали, то просто дальше комментируйте, или если я вас еще не заметил, то замечу, или просто дальше комментируйте, и если вы сами видите, что вы много комментируете, то уже можете быть, в принципе, уверены, что вы уже находитесь в музее. Что я хотел? Знаете что, ребята? Мы еще прокачаем один уровень нашему Стараптору, мы его выложим. И Зуру еще 5 уровней. Еще парочку уровней Лапросу. Нам уже нужно ловить новых покемонов. И плюс к тому, ребята, в следующей серии мы идем в шахту. Кто не имеет желания смотреть, как я...
я иду в шахту, то я прошу прощения, можете пропустить эту серию. Но вы меня, в принципе, сейчас должны понять. У нас есть фосил, а мы фосил никак не сможем сделать без фосил-машины. А чтобы сделать фосил-машину, нам нужен обсидиан. А чтобы нужен обсидиан, нужно сделать алмазную кирку. Поэтому, как ни крути, нам проще пойти в шахту и найти там парочку алмазов, чем сейчас летать по всему миру и хрен его знает, где искать алмазы. То есть, это такое, знаете. Например, Булдор. Я могу еще попытаться на Булдора напасть, но фиг его знает, выпадут ли там алмазы, там меньше чем 50% шанса. Ладно, ребята, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи. И не забываем, что если эта серия наберет 500 лайков, то сегодня выйдет еще одна серия. Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.